live, they live it. Ready with the hip hop live and live in the streets. We eat to live, they live in the eat. Ready with the hip hop live. We live in the streets. We eat to live, they live in the eat. Принес? Все как ты просил? Топовым диском, топовые педали. С днем рождения, Слава! Что у вас нового, расскажите? Брат, жизнь новая вообще. В целом просто. Очень новая жизнь просто, да. Но она как бы не сильно поменялась в плане восприятия. Да, жизни. Внутренняя не поменялась, но вот именно общая картинка вокруг. Ну что, что картинка поменялась, что типа в деревне это самое, да, вас прям узнают, блядь, да. Ну люди, конечно, брат. Жизнь в целом, брат, бабки зарабатываем себе, помогаем, то все, о чем мечтали, короче. Занимаемся музыкой и не паримся. Круто. То, о чем мечтали, вот так. Круто, блядь. Сейчас самое обидное, конечно, то, что чуть меньше в Ростов приезжаем из-за того, что аэропорт закрыт. Да, из-за того, что аэропорт закрыт, вообще тяжко. Да. Надо на машине просто. Нет. Аккуратно, мы бодрого вот так вот, дать, блядь. Не, мы... Пять раз в месяц, блядь, ездили. Да. Знаешь, как спина отказывает, блядь. Понимаю. Просто. Так вы молодые, чего у вас должна отказывать спина, братан? Ну, брат, помимо этого же еще, там, полети, брат... блядь, в Якутию, туда, да. Полети сюда, 9 часов, блядь. Нет, у меня, брат, после МРТ чисто, понял, книга, понял, каких проблем спины. Описание, да? Протрузии, да? Валико его протрузии, да? Пиздец, по его рентгену можно вообще изучать, блядь, все заболевания. Карту не наставить, где на карте страны ставить точки, где, блядь, что начало болеть, блядь. Единственное, знаешь, что я понял, брат? То, что прикольно, что MC Такси не снимается в Якутске. Блядь, ты был в Якутске, братан? Много раз. Даже охуеть можно, что почему? Там с дорогами. Брат, там дорог, а с дорогами? Брат, нет. Мы едем на LX 570, полупереворачиваясь, вот так нет, машина. Самое, это Тим все... говорит, это еще хуйня. Не, пацаны, это, блядь, точно хуйня, вы не едете. Один раз я ехал из Екатеринбурга в Челябинск, блядь. Это было в натуре, как будто я, блядь, на яхте вот так просто, да, подкидывал, да, вот так. После самолета в Якутск турбулентор не заканчивается, короче. Да, продолжается. Я не знаю, я не помню, хотя я в Дубак приезжал туда, ну... Ну мы тоже, не, ну мы приехали уже, когда это было, 2 месяца назад, полтора. Да, даже меньше. Типа, блядь, везде тепло, но там еще лед, понял? Ну, брат, мерзлота, конечно. Ну что, давайте это самое, да? Что, начнем? Почитаем, да? Брат, закроешь только окно, меня что-то продувает жестко. Да, не да так хорош, да не гони. Не, в натуре, дурь, пиздец, пацаны. Да хорош, ладно ты. Чуть-чуть, сейчас, да. МРТ поеду делать. Чуть-чуть сквознуть вот так можно. Так, что, споем что-то? Давайте. А что споем? С платины давай начнем. Что где-то хотите, пацаны? Постепенно, короче, давай. Давайте. Yeah. Сразу газ. На входе слышно, хуля ты не дома. Мадина. У нас с братиком шмотки одинаковые. Подкрадули Адидас. Внутри играет латина. В тебе играет Балтика. Но ты зацепила братика. У него к тебе романтика. Любовь. Душим этот стиль. Две бумаги, пыль. Дай прыти, олень. Я твой рот лечил. Спасли пару чик. Я тип. Сестрам негде жить. Помчим. Ты в черном, коротком. Короче, мой вкус. В каблах и с пивом. Комфорт плюс. Стрельнул телефончик, iPhone X. Я сейчас вернусь. На входе слышно. Иди на у. Хуля ты не дома. Мадина. У нас с братиком шмотки одинаковые. Подкрадули Adidas. Внутри играет латина. В тебе играет Балтика. Но ты зацепила братика. У него к тебе романтика. Любовь. Жарю и сайт, весь сайт. Вообще похуй в инсте. 300 продано. Мисс, вы так близко. Низко. My homie кричат, о май гад. Твои хоми кричат, он наш брат. Иди на дресс-код. Только в спортивном. Ебать, у нее витрина. Пришел в классике, платина. На входе слышно. Иди нахуй. Гуля, ты не дома. Мадина. У нас с братиком шмотки одинаковые. Подкрадули Адидас. Внутри играет платина. В тебе играет Балтика. Но ты зацепила братика. У него к тебе романтика. Любовь. Знаешь, в чем прикол только, брат? Короче, каждый раз, когда мы эту песню поем, у меня
всегда Nike, понял? Всегда Nike, понял? Это просто, это просто этот, приветствую. Просто на сцене кайф показать, типа подкрадули Adidas, да, я понял и передумал, короче. Просто Adidas просто, блядь, тапки, блядь, это из юной жизни просто. Да, да. Ну у меня есть вот эти ретро, понял? Да, выпуск ретро вот этих, блядь, охуенный, брат, но я их ни разу не надел там, где надо было показать Adidas. Блядь. Что думаешь, как тебе песня, брат? Хорошая песня. Прикольно, ну ты слышал ее раньше? Нет. Не слышал? На туре? Прикольно. 40 дней была на первом месте. Да? Туда такая качала. Это вот мы с этого залетели. Я пожилой человек, блядь. Оставить момент. Я, зачем мне слушать? Я знал, что здесь послушаю все, блядь. А, 100%. Что суетиться? Я уже на опыте, брат. Конечно, уже вижу насквозь, на прозрачном, блядь. 100%. Что? Чистая. Я, короче, сейчас буду задавать вопросы. Давай, брат. Давай, брат. Мочи. Можете назвать свои настоящие имена, кто вы, откуда, чем занимались? Это Валико. Это Арам. Да. Мы с Ростова. Да. Ростов-на-Дону, как говорится. Чисто как будто бы, понял? Рост-Анджелес. Да. Да. Самый топовый город. Только лучший город на земле, да. Ростов город, Ростов Дон, синий звездный небосвод, улица Садовая, скамеечка кленовая, Ростов город, Ростов Дон. Лос-Анджелес саунд всем нашим людям. Эй, мой город. Я накатаю трек за Ростов. А я бомбовый катану, чтобы ты поставил тачку не какую-то хуйню, а именно эту. Ну все, ну не разрывайте, старика. Просто как мы убивали под этот трек. Скажите, чем вы занимались до того, как выстрелить? Расскажите людям. В целом, как будто бы всю жизнь нас... Ну, давай меня. Давай. Музыка, короче, параллельно всегда была всю жизнь. В какой-то момент там учеба, не учеба. С какого ты района, скажи мне? Я, короче, это Северный, Нариманово, Чкаловский, вот тот между. Да, короче. Я знаю этот район. Да. Я с Ришта. Я тоже знаю, откуда ты, конечно. Ну, типа, брат, ты вопрос задашь, как будто мы в первый раз увиделись. И чем ты занимался? Школа, потом что, как? Школа. Потом идет, короче, хотелось высшее образование, но потом подумал, что это высшее образование как будто бы и нахуй не надо. Да. Риш, да, какой-нибудь, как ты понял. И получается, чтобы там заработать, чтобы делать эту музыку, надо было какие-то подработки мутить. И пошел, короче, в ночь на складе работал. А потом в моменте просто, ай-уй. Ну, это все вкратце. Ай, вроде бы пошло. Чикага, да? Да, пошло. Прикольно. Брат, я всю жизнь бегал, спортсмен. Я надо было сказать, я всю жизнь бегал. Я всю жизнь. Такие, блядь, от кого? Ну, брат, я это имею в виду. Мусоров, да? Да я просто не знаю, что тут сказать, блядь. В натуре не работал никогда. Хуй его знает, что спортом занимался, блядь. Всю жизнь бегал. Всю жизнь мусоров, бегал там, тут вот, по городу. Да ну, тоже, брат, ну вот как-то так, реально. У тебя результаты какие-то в беге были? Брат, ну, бля, такие результаты или были. Или ты так особо не стрельнул, так бегал? Да чуть не стрельнул пару раз так, блядь. Он стрельнул, брат, только без ствола, понял? Скажи, куда ты бегал? Сколько твой рекорд самый быстрый? Что ты дистанцию бегал? Брат, не сказать, что я прям там... А почему я не знал, что ты легкой атлетикой, ладно, занимался? Нельзя сказать, что я сайгак, да, но бегать бегал. Пацаны, вы прям именно вот так меня в тупик загоняете уже, как будто надо сказать, блядь, что... Не, ну сколько ты бегал 100 метров рекорд? Брат, я вот так мог всю ночь бегать. Да? Да. Серьезно? Да, до утра вот так мог бегать. Да. По суете, и под 9 да? вечера вышел. Рис комса туда-обратно, да? Да, сюда, да. В центре иногда мог побегать. Не, пробежаться. Да. На западном вот не бегал. Западом мне не нравится. Не нравится? Западный это как будто не Ростов. Вообще, блядь, какой-то. Для меня это темный лес. Отдельный район. Да, он как будто вот город свой, там ты, короче, западного никто тебя не знает, ты никого западного не знаешь, они сами по себе там. Не, я знал сюда, я много кого пацанов знал, но просто западные особые люди. Вот Сокола я много пацанов знаю там. Там вообще другое настроение, другая романтика как будто. И на концертах всегда я говорю, когда с районами здоровался, те привет, потом западный, все. Бомба. Нет, не привет, тебе не привет. Чкаловский такие. Да ладно, не, на Чкаловском взрыв, мне кажется, всегда. Чкаловский взрыв, такой. Взрыв, но внутренний. Да ты в смысле можешь где-нибудь, блядь, в Владивостоке сказать, Чкаловский, знаешь, я скажу, хуй, конечно, нихуя. Братан, Чкаловский, ты я в каждой песне практически, блядь, про Ростов пел про Чкаловский. Да, Сельмаш, короче, блядь, Ришт.
Что все. Там еще? Северный, вот, Нариман, вот, Горизонт, вот это все прям вот все одно целое, вот так, все там друг друга знают, все близко. Александровка и Западный, это, блядь, вообще. Да, да, это... Ладно, все, про районы, дать. Все, поехали дальше. А что за Морозовск? Морозовск. Ну, я родился, ну, Морозовск, почему-то так написали, вообще Белой Калитве. Я родился, ты именно родился в Белой Калитве, да? Да. Ну, родился, и там буквально, там, месяц я там был, и меня все в Ростов увезли. Я расскажу историю про Белую Калитву. 99-й год, у меня концерт. И я пою, и стоит тип, вот так мне просто факт показывают. Калитве? Да. Вот так показывают факт. Ты нашел, где выступать, брат, конечно. Я, братец, поверь, мне, я не растерялся, я просто взял микрофон, за шнур его взял и кинул в него просто микрофон. Ровно в голову, братан. Как будто он просил микрофон, да, понял? Кинь мне микрофон, да, пожалуйста, да, просто у него пальцев не было. Брат, ну, блядь, ближе мы своему как можно отказать? Просто пальцев не было. Пожалуйста, дай микрофон. Братан, я просто ровно ему в голову и за шнур вытягиваю, братан. И они там пришли. Спайдермен, братан, на этих мотивах сделал. Понял, а, еще качали, да? Какую-то хрюканину, я уже там. Там ничего, ни у кого ничего не было, но просто я запомнил на всю жизнь. Думаю, блядь, что у тебя в голове, сука, ленина просто? Ты приперся, показываешь факт, дура. Запомнил. Это, знаешь, это как будто людям в моменте нехуй делать, понял? Бля, ну у нас брат вот в Улан-Удэ. И неосознанно, понял, ну, что-то вырывается. Это... Про Улан-Удэ. Да не. Ну это, брат, ну, это тоже жестко. Да не. Кочубелова, да, было там? Ну, да такие, вот недавно, прям пару просто. Недель морось, брат, просто да? Тип подошел, доебался, начал, я ему говорю, братан, мы 7 тысяч километров пролетели в гостях у вас, ты чего выебываешься? Мы еще на улицу вышли, он говорит, по кайфу выебываюсь. Вот так. Ты такой, знаешь? Тоже хороший ответ. Ну это все, брат, это уже безысходность. Если так человек ответил, тут уже просто остается, ну... И все, там газ полаз туда-сюда и это нормально. Это дурко, братан, конечно. Это в голове, как говорится. Это а вот так голове... там подходит, говорит, братан, нахуй ты мне зуб выбил. Это называется... А я говорю, по кайфу выбил. Да, вот так было, я говорю, по кайфу выбил. Это когда в Ростове в молодость мою говорит, а в голове пюре, когда ничего нет, мозгов нет, в голове пюре. Ну, либо люди просто, по-моему, внимание, хотя такое тоже бывает, знаешь? Нет, брат, мне кажется, вот иногда, понял, это за какой-то неосознанности, они... В целом не могут не понять, понял, что он сделал. Но это недоведенные люди, брат, это надо понимать, но очевидные он вещи. Он как будто даже, может, не хотел плохого ничего сделать, понял? Просто вот, а чё? Мне кажется, он растерялся. А, пацаны, знаете, что это с фактом было? Это одни чудики. Один раз, знаете что, короче, пацаны, я со школы еду домой, понял? И получается, один автобус проезжает, который мне не нужен, понял? Я такой засмотрелся, понял? Он отъезжает, понял? И там малой тип просто стоит, понял? И в окно мне фас показывает. Ты не сказал, ну нахуя? И все, понял? Эти в него микрофон такой. Тебе надо было догнать маршрутку, запрыгнуть туда и сказать... Ну и нахуй ты это сделал? Нет, и ты такой микрофон из рюкзака достаешь, тоже на нахуй. Такая традиция, чисто ростовская. Не Белая Калитва, конечно. Теперь это, бля, просто видишь, сейчас непроводные микрофоны, брат, такая затрудненность. В прямом смысле микрофон-убийца, да? Он микрофон калечит! Че, давайте еще вопрос и будем трек хуячить. Обижаетесь если вы, когда про вашу музыку говорят, что это смесь кальянного и пацанского рэпа? И как вы сами обозначаете? Ну вот кальянный как-то... Чуть короче, кальяны это звучит там стереотипно максимально. А чего обидного в этом? Я не понимаю. Не обидно, брат, не обидно. Просто ну как будто не подходит. Ну куда, блядь, какой кальян? А что значит? Ну я просто это знаешь, как многие обижаются. Блядь, пацаны, если бы мою музыку слушали под кальян, я бы кайфовал только. Не, знаешь как, брат, вот допустим, у людей ассоциация, если ну, человек с бородой, допустим, чуть-чуть черный, как будто бы сразу кальян рэп. Да. Да. Или там я в треках иногда бывает какие-нибудь мотивчики накидываю. Ну, просто они народные отчасти. И типа это за кальян тоже воспринимают. Вообще, да. В целом, любая музыка, которая исходит от такого типа да. Людей, понял? Просто для меня кальянная музыка это прям отдельно максимально немножко. Легкая музыка, которая, ну, знаешь, рифмуется на вот просто... Там, любовь, а у нас, блядь, морковь. Ну, Дина, иди нахуй, пошла там, блядь, хули ты не дома. Ну, это стильный андеграунд, я бы так сказал. Как там в кальян вообще не попадает. Да мне кажется, вообще похуй. Ну, вообще в целом, нет, да. Это пацаны, поймать, какая, разница, какая разница, если вы едете здесь, значит, у вас все получилось. Базар, да. От души, брат. Понял, как я сказал, да? Нормально. Бомба, бомба. Потом, я, потом выйдем, потом выйдем один выпить, вот такой. Аж, понял? Дай, ладно, дай, ладно, пить у меня. Бля. Вот так, сказал, пацаны, красиво. Вот так надо было сделать, понял? Типа чокнуться, понял? Я вам сказать, дай мне 5 минут, и я покажу, на что я способен. Как, брат? Хорошо, у тебя микрофона с собой нет? Это типа тост? Это типа тост? Как нету, нахуй? Слышишь, блядь? Слышишь? Как нахуй нету, блядь? Я ничего не показывал, я ничего не показывал. Как нету, блядь? Ладно, давайте споем трек. Давай, блядь. Так я там начало оставил только, чтобы мы вступили, а хуй поймешь, как нормально получается. I don't give a fuck, man. Whoa, whoa, whoa.
люблю тебя больше, чем курить. Я люблю тебя больше, чем курить, больше, чем шапить, больше, чем дрочить. Нет, не рубля, но люблю гулять и люблю тебя, ну прости. Я люблю тебя больше, чем курить, больше, чем шапить, больше, чем дрочить. Да. Не люблю гулять, но люблю люля и люблю тебя, да бля, пчи. Правда? На тебе Прада. Подо мной Прада. Мы как с парада. Вижу звонок, дверь, динь-динь, твоя жопа вверх, вниз, хлоп-хлоп. Вижу за борту цик-цик, вяжут копы на цик-цик. Я могу подцепить пару кур, а ты? Кинуть палку за 5 секунд. А ты? Дыхать твой запах, как траву, ведь я не могу ее курить. Я люблю тебя больше, чем курить, больше, чем шипить, больше, чем дрочить. Нет, не рубля, но люблю гулять и люблю тебя, ну прости. Я люблю тебя больше, чем курить, больше, чем шипить, больше, чем дрочить. Да. Не люблю гулять, но люблю люля и люблю тебя, да бля. Титьки наперевес, жопа как Мерседес, не БМВ, С-класс. Почти залез в ее мотор, дай-ка мне ключ на 10. За лаве, не даст, два, остынь, болван, поспи, я спал. А я влюбился и дыхать твой запах, как траву, ведь я не могу ее курить. Я люблю тебя больше, чем курить, больше, чем шипить, больше, чем дрочить. Нет, не рубля, но люблю гулять и люблю тебя, ну прости. Я люблю тебя больше, чем курить, больше, чем шабить, больше, чем дрочить. Не люблю гулять, но люблю люля и люблю тебя, да бля. Да бля, ё-моё, да, ну, что это бля. Любовь творит с нами, бля. Мои дорогие друзья. Так. Тормозял. Вот вы жлобы, конечно. Чё, пару слов, брат. Кайф, кайф. Да чё, кайф. Кайф, когда ваш кайф, наши песни. А? Же, ты же сам знаешь, самое главное общение в людях, братан. Брат, 100%. Ну, я потому что главное, я это не понаслышке. Главное, знаю. Что за люди какие исполняют песни. Бывает, знаешь, песню слушаешь, хорошая, с человеком потом трёшь. Ты как-то уже и песни, что-то хуй его. Но иногда, брат, знаете, вот именно песня может показать человека прям вот, как он есть. Бля, просто, ну, знаешь, брат, иногда это так работает. Это песня иногда, блядь, чуть нарисована. Но такая, в нашем понял? Случае чуть-чуть, знаешь, типа, вот прикинь, мы так угораем, брат, понял? Вот, типа, мы да. на угаре залетаем да. на биты. И у людей, возможно, понял? Особенно как, курить, вот да, курить в какой-то пример, момент, знаешь, ассоциации, понял, странные могут типа возникать. Какие-то, типа какие-то, блядь, может, пизданутые такие типы, знаешь, вот курить даже трэш. Да. А на самом деле, брат, хорошо. Мы просто возле микрофона с кайфом угораем, понял? Просто типа? Нам весело, блядь, мы передаем это настроение. Да, вот пацаны, вы мне объясняете, это как я ну сделал да, Макару, блядь, ну да, 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 да. Мне все. Кажется, что это нормально. Чем будет больше песен, тем вы себя с разной стороны будете показывать, тем больше у людей будет разных впечатлений о вас, понимаешь? Конечно, у тебя нога. Это вот пример на туре того, точно что-то. Так же и было, знаешь, мне говорили, блядь. Ты что-то же скач какой-то, не, да? Не в этом смысле, как ты можешь одновременно и петь про любовь, и там бандитские какие-то уличные песни. Я говорю, слушай, даже самый отпетый хулиган и босяк своей девушке на ухо скажет, я тебя люблю. Они скажут там, слышь, ты... Понял? Джан! Вырезать, не, ну... подложить музыку и хит, в ТикТок, блядь. И в ТикТок. Это ёбаный хит, блядь. Я вам говорю, ай, блядь, сука. Валько, а твое имя как-то связано с легендарными тусовками АВГ или... И что это значит? Брат, короче, я свой никнейм придумал в момент, когда вообще первый раз записал свою песню. Да. Он меня тип спрашивает, а какой у тебя никнейм? Я такой, а какой у меня никнейм, понял? Я такой, ну в целом... Загнали в угол, сука, Алексанян Валико Горигинович. Ну, АВГ. В целом прикольно. Я такой, типа, нормально. И потом... Блядь, пиздец. Сказал, как долго, отрезал. Долго не думал. Да, это тоже можно отрезать под музыку и хит. И ТикТок, блядь. TikTok, блядь, ТикТок кашатанем сейчас, пацаны, пиздец. Да, которого, брат, почти нет. Да, скажи по-братски, вот несколько, просто для тех, кто не из Ростова, как вообще армяне слушают вот твои треки? Как они в ростовске, брат, армяне, как они короче, говорят? Что говорят? Блядь? Смотри. Что близкие? О чем трещат близкие, когда вы поете там про драчу, про все, брат, это? Брат, короче, есть, блядь, это жесткий момент. Скажи. Это пиздец. Короче, брат, там еще трек. Первое время. Надо так еще трек, но это пизда, брат, просто. Короче, первое время, брат, понял, когда мы начали такой музыкой стрелять. Да.
брат, ну родственники, в смысле, понял? Какой, да, в какой-то момент отвернулись вообще, понял? А я понимаю, бля. Ну, ну, знаешь, там потом как-то нет-нет, какая-то лояльность начала появляться, когда там где-то там на телеке показали, такой, о, наш Валиков, понял? Наш, да, с батанем. Уже похуй, молодец, молодец. Я всегда в него верил, всегда в него верил. Блять, я так сейчас страдаю от этого, всегда верил. Пиздец, брат, сколько у меня родственников появилось, да? Блять, это как мне смешно от этого. Не, ну самое смешное, что близкие вот сказали, когда было неловко, брат, правда. Сейчас расскажу историю. Брат, короче, у меня пахан, он матершинник, понял? Он прям матерится, понял? Ну так сладко, понял? Так по-ростовски, да, южно, да, естественно. И, короче, понял, что-то мы на беседках, понял, сидели там, отдыхали, шашлык делали, мы чуть-чуть уже подстрельнули, и получается, вот одна компания там, я с пацанами отдельно стою, понял, а другие пацаны стоят с паханом, короче, и пахан вот так сидит и говорит: всю жизнь говорю, хуй пизда, этот один раз сказал, знаменитым стал. А у тебя есть братья, сестры? Да, брат, я самый младший в семье. Сколько вас? Нас трое, брат мой старший на 11 лет. Я самый старший в семье. Вы можете передать родителям привет свой. Мам, смотри сюда, что мы делаем. Как ты верила, посмотри на нас просто, что за симпатяги. Марев здесь. Бабжан, бабжан, барев здесь. Мэйдс, барев. Родители, они молодцы, я честно могу сказать. Да. Может, они хулиганят, матерятся, все равно в них есть человеческий душок. Это самое главное. Это наш донской капитал. Спасибо, брат. Наш приятно, донской... брат. Короче, домой сама просто, там сердечко летит Бэмс сразу. Вы сами делаете аранжировки, 100%. Маркировки. И да, и нет. Ну, 80% треков вот так. Да, и да, и нет. Вот есть платину, допустим, вот это все вот сами. Да. Большинство треков сами. Кто пишет слова? Ладно, если пишет, хочешь понимать, как конечно, мы, как бы там мы ебнули вот эти треки, это мы ни, да, ни одного текста нет в блокноте написанного, да, брат. Это фристайл. Фристайлом, понял? Ну, да. Врубаем микрофон микрофона и просто строчку записал, остановил, подумал, додумал круто вторую, пошла вот так, бам, по слову, по строчке. И эмоция получается ровно. Да, я понимаю, брат. Ты делал так, да? Я вот, не, я так, ну, у меня нагано очень много таких. На фристайленных. Таких треков. Вот, я вот написал. Самый пиздатый способ, вот так именно для панчи нужны прикольные. Ну, еще тебе, и, еще... Это еще заставляет тебя крутиться быстро, блядь, напрягаться. И ты, да, кайф, блядь, и еще ты правильную эмоцию ловишь. Потому что ты вот эту строчку придумал. Слово, и потом понять, что после него прям круто ляжет, короче. Потому что ты пишешь в моменте эмоционально. Конечно, ты вот идешь строчку придумал, да ну нахуй, ебать, сейчас сделаю красиво, и залетаешь вот так. А когда у тебя в блокноте, ты уже остываешь, там, знаешь, написал, время проходит. Но и в блокноте. У меня такое, то, что... Да, но в целом я имею в виду типа разницу вот именно между вот этими моментальными эмоциями. Да, это, короче, передержал, да, это два таких разных момента, да, просто. И так, Арам, и так надо делать. Арам говорит, что ты сам научился, вот я читаю, это правда, что на фортепиано и на гитаре ебашишь? Брат, это знаешь как, короче, я учился в Авгике, Валико тоже учился, да, в Ростове в Авгике, на, да, звукаря. Но я когда уже туда пришел, брат, я уже, в смысле, учил там звукарей сводить. Да. Вот, я уже дома сам, от того, что бабок не было, что-то записать там, ну пойти, брат, сейчас... Ну, куда-то воткнуться в жир для того, чтобы просто трек записать, понял? Ну, да, не хочется, короче. Следовательно, я чуть начал изучать, там YouTube уже появился, обучалки какие-то. Я начал вот FL-ку, там все, да, дела, программы, как вот делать минуса, как записывать. И у меня начало получаться, я пошел еще в Авгик добавок, то есть там музыканты, пацаны, я с ними словился. Да. И что-то друзья мне на гитаре играли, раз, гитара пошла, там на клавишах, ну, это нужда, блядь, это нужда, ты не можешь делать музыку, ну, вообще не понимая ничего. Валико точно так же, брат, сел и научился, ну, а что делать? Так, как бы все, братья. Короче, да, понял. У меня, знаешь, какая тема была, брат, вот то, что я пошел в ночь на склад работать, понял, я пошел, короче, копить на компьютер себе, понял, чтобы научиться, и накопил на компьютер, начал учиться, короче, есть один трек на живой, он сейчас, мы его... Вот это я слышал трек, да, мне понравился очень. О, приятно, мы его, брат, сегодня ебанем. Короче, я его, брат, написал в 21-м году, понял, да, сам придумал бит, короче, знаешь, типа, но я понимаю, что я не могу поднять звук, понял, мне не хватает, я идейно все круто, да, сделал, понял, но не хватило. Ай, уй, когда уже здесь, в этом месте мы оказались, знаешь, и этот трек еще лучше зазвучал, как будто все в свое вовремя. Мне очень понравился, я его да, слышал. В этом треке еще наш друг Татар. Да. Это, короче... А мы приходили, знаешь, брат, на газ приходили, да, мы с ним выпускали Сорвирозу песню, да, которую, да, я пел, конечно, у тебя на «Голосе улиц», да, вот это с ним было, с Татаром. Вот, да. Вот на, ну, наш брат, как Татаром, бы понял, да, мы его все равно пытаемся как-то, да, подтянуть, чем-то помочь, и вот на живой Валико его взял. Короче, знаешь, как было, брат, сначала, понял? Я ему кидаю, короче, говорю, брат, можешь по-братски этот
типа, чуть-чуть помочь мне звук поднять, понял? Он такой, бля, прикольный трек, брат, давай залечу. И мне так приятно стало, понял? До этого, типа, знаешь, все как-то скептически, понял, относились. Я такой, да, конечно, брат. Ну, мы всегда, брат, про тебя вот именно, тебя всегда в таком цвете. Ну, типа, Валюко газ, понял? Валюко делает. Приятно, брат. Короче, он меня, брат, позвал в Москву, понял? Я, брат, первый раз увидел Москву. Для меня это прям краски, понял? Смотрю, думаю, ебать, прикольно. Пиздец, заряженный, приехал, брат. Да, брат, я короче... Ну, вот... тогда, чтобы понятие было, понимание, мы познакомились, брат, до того момента, как мы ёбнули, мы уже лет 5 были знакомы, да, понял? Да, 6, вот, ну, то мы есть, общались, знали, дружили, ну, в хороших отношениях. Да. И, короче, брат, я приезжаю с Москвы, понял? Я увидел, как там все работают, как артисты себя ведут. И я такой, ну все, понял, я должен, типа, что-то сделать. Разорвать. И, брат, да, и через месяц просто, понял. Он набирает мне, брат, заряженный, приезжает на студию, я приехал с Москвы, надо въебать трек для ТикТока. Вот я тебе говорю, это разъебет, он мне вот так говорит. Я говорю, да, братан, блядь, ты что? Ну я уже, брат, в смысле, собирался завязывать. Ну, меня заебало уже. То он стрельнул, то не стрельнул. Он говорит, брат, ебать ты простой, пиздец. Пиздец, вот так возьми, сделай. Братан, прикинь, на туре взяли трек, сделали за ночь. Да. Под утро сниппет сняли, видос. Короче, да, еще, это, по-моему, нет, это, ну, короче. За одну ночь это все получилось. И в утро мы по домам разошлись. Он говорит, я, короче, смотри, ставлю будильник, чтобы утром в ТикТоке охуенно залетать. Говорит, короче, я утром проснусь, из двух аккаунтов залью на ТикТок этот. Брат, блядь, просыпаюсь, у меня в ТикТоке пизда, там подписчики, что-то. Я думаю, да ну нахуй, с простой я не понимаю. Я думаю, да что в натуре? И все, я понимаю, что оно, братан, мы поймали этот момент. Пришло, да. Пришло, короче. И мы зацепились сразу, опачки. Короче, армянский фарс залетел, да? Расскажите планы, какие планы вообще у вас? Что там, концерты какие-то большие, что там? О, кстати, возможно, у нас будет тур. Очень многие ассоциируют нас как дуэт. Да. Но мы и как вместе работу делаем. И так и по отдельности. Да. Ну, типа, вот и так, сольные и так. Треки, да, у нас выходят. Да, чтобы понимание у людей было. Мы делаем совместный тур. Типа, ну, чтобы потом вы не думали, что мы разошлись, знаешь, чтобы такого очень не было. Очень много началось вот этого мусора, да, типа, разошлись, что-то, нас... о, то, это. Да, типа, это не в таком роде. Просто есть творческий момент, когда у нас на самом деле в некоторых случаях видение разное. Я больше к андеграунду, у меня, наверное, больше к Нагана стилю к такому, да, понял? Вот мне тянет вот это именно чуть андеграунд агрессии дать. У Валико романтика, романтичное музло такое. Ну вот, иногда, не всегда, просто не стакается наше, короче, вот, желание. Короче, работа двоих это компромиссы всегда, знаешь, да, типа, и иногда, типа, если пацан хочет сделать, блядь, душевный трек, а я наоборот, ну понимаешь, да, типа, а я сейчас хочу там что-то, блядь, агрессивно сделать, ну не получится, может, вопрос делать совместно, делать просто, и а выступать. Мы и так и делаем, брат, мы, да, вместе, у нас, да, один паблик, мы, блядь, не, я имею в виду и каждого, то есть вы будете выступать, петь совместные песни, и каждый, да, отдельно, да, на сцене, да, мы так и делаем, брат, мы бэки друг друга делаем, все на братском, мы братья, бомба. Это не бомба. Обсуждается, но по музыке иногда вот сейчас несколько сольных треков подряд выходит, потом мы ебанем что-нибудь совместное прикольное. То есть люди должны понимать, что если что, это вот все один газ на двоих. Мои аудитории, его аудитория моя, это все одно и то же. Не надо нас делить. Вот. Давайте трек. Давай. Давай, брат. О, кстати. Ну, как раз на живой обсудили, живой. Давайте давай. На живой. Леха, привет, татар. Вот здесь. Эй. Эй, воу. Оу. Блядь, как меня прет, надо вживую это. Эй. На живой, на живой. Что-то тихо слышно, знаешь, только? На живой. Прямо в спину, о мой бог. Прямо в пиво, не звони. Позвонил, я не выйду. Даже силой, на живой. Прямо в спину, о мой бог. Прямо в пиво, не звони. Позвонил, я не выйду. Даже силой, оу. Я переболел тобой, да переболел, но кровь. Мы вылетали как Боинг, но приземлились на поле. Все могло быть слишком просто, но мы не сошлись во вкусах. Твой стиль, тусы богато одета. Мой стиль, в кармане пусто. На живой, прямо в спину, о мой бог. Дай мобилу, не звони. Позвонил, я не выйду, даже силой. На живой, прямо в спину, о мой бог. Дай мобилу, не звони. Позвонил, я не выйду, даже силой. Дай мне, брат, любой режим, и я его испорчу. Одна уйдет, поверю, а другая станет торчу. Дай мне самый высший взор, дай манты и выше зло. Даже если ночью буду спать, я все испорчу, камон. У меня вся жизнь как драма, здоровье вышло из дома. Она моя жизнь, но от меня бежит, когда я в грязи тону. Она просит скилл, я ультанул. Она говорит, бэй, я втонул. Она виснет, сникерс помог, дальше закон. На живой! Прямо в спину, а мой бог, дай мобилу, не звони. Позвонила, я не выйду, даже силой. На живой! Прямо в спину, а мой бог, дай мобилу.
Илу. Не звони, позвонила, я не выйду даже с Илу. Мы, кстати, едем в сторону Татара. Мы в сторону Внучки ж едем, да. Одинцова в ту сторону. Где-то в те края. Брат, я скажу комплимент, я заслушался, потерялся, где я. Ой-ой-ой, опять. Вырезать и в ТикТок. Блядь, сердце, Вася, подожди, сердце. Вырезать и в ТикТок, блядь. Брат, дай что-нибудь. Хит. Дай что-нибудь от сердца мне. Нажило, брат. Скажите, пожалуйста, есть кто сейчас, вот, в Ростове потенциал какой есть вот в целом? Кто ребятишки есть с Ростова? Талантливый? Брат, ну у меня есть мой младший брат родной. Да. Он и битмарил. Он, кстати, часть вот битов, которые не мы делали, он делал. Угу. Он и сам поет, и сам битмарит. Да. Делает. Кинчу, брат, биты. Биты, сведения, ну ебашит прям талант. Да? Это, знаешь как, брат, у Валико чуть вообще другая история в этом плане. У нас с малым генетически. То есть у нас Пахан был, Царство Небесное, очень сильный музыкант. И мама на гитаре, на пианино играет. То есть она нас тоже в какой-то степени, да, учила. Это у нас именно корни оттуда идут. Дед, с одной стороны, поэт, с другой стороны, он на аккордеоне был маэстро, да, прям, понял? То есть вот так. Ну, не вариант было нам не ебашить. Ну, кто с Ростова, скажи, вот назови пять имен вообще сейчас. С Ростова? Да. Да. Ну, пять вот имен? Ну, да. Итачи мой брат. Да. Итачи и Арами. Ну, татар же считается. Татар, ну, он вроде в Москве, ну да, тоже, ну, ростовский, да, татар. Брат, а именно потенциальных? Ну, вообще в целом с Ростова. Брат, если честно, прям... Ну, в Ростове, ну, вот, прям как будто, блядь, знаешь... Именно те люди, которых мы знаем. В нашем кругу, вот так как-то. Вот. Остальные все я ничего не слышу. Вот, знаешь, как раньше было, там, года три назад, блядь, все знали друг друга, тусовки вот эти, ты знал, кто стреляет, кто, да, потенциально. Сейчас нет такого. Нет, все, брат, разделились, все, да, как-то по своим, да, так сказать, что я даже, блядь, кого-то знаю, кто там, знаешь, даже тянется хотя бы. Вот кто-то, кто тянулся, такого даже нет. Сейчас, да, наверное, нету таких, как раньше было, движений. Сейчас по улице и не гуляют. Вообще, брат, тусы, вообще. Раньше все тусили все бесконечно. Этот Моррисон клуб, Басбочка, да, где центральный рынок. Да, потом, да, она стала Басбочкой. Вот там, блядь, эти тусовки, R&D Battle. То есть мы там познакомились с Татаром. Вот так, знаешь, и мы в теплой вот этой атмосфере. Сейчас тут вообще нету. Я хуй его знает, где они все тусят, вообще понятия не имею. И еще помимо этого, брат, понял, я ни в какой тусовке, понял, такой не был вообще. Помню, ты, я короче, вообще, брат, другая, брат, брат, у меня возрастной момент, возрастной момент. Ты когда начал двигаться, понял, эта хуйня уже закончилась. Короче, брат, знаешь как, типа, вот, я не знал, что я делаю, понял, до тех пор, пока там не выехал на какой-то кастинг, понял, там. Я, короче, брат, заявку на «Голос улиц» не успел подать, понял? На ты песни, все проспал, короче. Да, на песни на ТНТ вообще тоже не успел. Помню, просто проебывался, понял, моменты, короче, какие-то. И потом, в момент, ну, какие-то вещи происходили, понял? Где такой, о, нихуя себе ты делаешь. Я такой, приятно, спасибо, понял? Брат, мы с тобой как-то за «Голос улиц» разговаривали, да, да, а за вот это мы не потрещали. Короче, знаешь, как за было? Что? Смотри, короче, Татар звонит, говорит, братан, тут, короче, «Голос улиц». Давай заявку подадим, там пизда, говорит, уже вообще прям, ну, мы не попадем туда, там пиздец заявок. И мы, короче, и, ну, прикинь, я слушаю биты, я понимаю, что вот «Сорви розу», вот этот гитарный, да, бит, брат, его хуй кто выберет по-любому, потому что хуй кто с этим, ну, брат, да, блядь, батл, понял, поехать с вот этим. Я говорю, пацаны, я вам говорю, это железка. Короче, пишем припев. Я что-то припев вот так набрасываю, понял, на лету. Мы записываем как демочку, и куплеты мест нет. И по дороге уже в Москву в автобусе. А, мы проходим сотыми, да, последние, понял, как было? Но у нас сниппет ебанутый был видос. Помнишь, мы там, конечно, заморочились, да, прям, конечно, сняли, блядь, все вот так пиздец на уровне. И мы едем, и я по дороге пишу, короче, этот. До сих пор я этот трек на «Голос улиц», именно заявку, я слушаю и балдею, как я бит накидал. Бомба, ну бомба же получилось. Бля, пиздец, мы тогда прикольно с Митяем разорвались просто, братан. Ну прикольно, да, блядь. И мы вышли на сцену, бля, у меня такой мандраж был, брат, ты прикинь, мне 18 или 19 лет, я не знаю, я умирал там стоял прям. Меня вот так трухало, понял? Я там виски въебал, там, не знаю, три вот так подряд, чтобы просто нервы эти убрать в сторону. Ну хороший проект был, согласись. Бля, очень прикольный, брат, ну, вот. А единственный вообще момент, что люди не воспользовались, кто ёбнул с этого, да, как надо, понял? Да, надо было с этого брать и хайповать сразу, газовать. 100%. Блядь. Один вопрос, пацаны, а кто выиграл «Голос улиц»? Блять, пацан, как его? С Питера этот. С Питера, да, такой, по-моему, пухленький такой, бля, большой, я забыл, пацан. Я забыл, как его, вот это пиздец. Я тоже не помню, но я помню, он что его... Он бомба читал, ты помнишь? Жестко. Я его еще где-то слышал до этого. Да-да-да. На слуху был, тип. Брат, ну как-то он, знаешь... Да. Это был альбом, въебать, сразу после этого бах-бах-бах треки. 100%. Я почему и вот этот проект сделал? Мне всегда было кайф
чтобы у людей, которые там и добились своими историями, кто-то пацаны смотрели, чтобы люди вдохновлялись и верили, когда в них что никто не верит. Что есть тварик еще. Ну что, в тебя никто не верит, ты это смотришь, думаешь, блядь, у них получилось, я тоже могу взять это сделать. Да, да, да. То есть есть вариант, вот это 100%. Надо понимать, всегда есть вариант. Есть, есть. Пацаны, да. Молодые ребята, вот кто музыкой занимается, девочки, мальчики, я вам говорю, я 12 лет потратил на то, чтобы стрельнуть. И я столько раз разочаровался, хотел бросить, просто моя мама, вот святая женщина, она мне не давала, прям вот именно газовала за то, чтобы я очень хочу, чтобы, если у вас нет людей, которые вот как газануть поддержат, знайте для себя, всегда есть вариант, всегда есть вариант. Я, Валико, это пример того, что, да, блядь, Вася тоже, это все пример того, я что... Я пример еще какой? Можно! Просто надо вот именно. У вас сейчас есть, у вас есть возможности, которые у нас не было. Нам надо конечно. Было просто лопатить, просто. Надо любить свое дело, пацаны, просто. И когда ты относишься к этому именно с кайфом, понял, то у тебя будет все выходить с кайфом. Это... Ну, помимо того, чтобы с кайфом, брать, все равно трудно. Блядь, надо стараться. Ну, это есть трудно. Придумывать брат. Что-то. Но надо просто. Пахать надо просто. Да. Вот. Брат, знаешь, что хотел сказать? Респект кинуть за ска, брат. Спасибо, брат. Брат, я 9 лет там занимался. Да, я увидел, да. Как изменилось все там, понял? Мне очень приятно это видеть. Братан, делаем просто. Хочется, понимаешь, хочется, чтобы... Ладно, там, как играем в своем там... Ну, мне хочется... Я полностью поменял политику отношения к болельщику, братан. Я сделал, чтобы болельщик был самым главным человеком на стадионе. Это правда. Потому что это люди, которые... тратит свое время, свои деньги, свою жизнь на то, чтобы поддерживать этот клуб. Пусть он сейчас там в положении. Мы делаем сейчас автобусы, чтобы мы на вот ездили на выезд, братан. Sky играл с ротором. 100 человек на выезде. Мы полетели специально с пацанами. Мы делаем это специально. Прикольно, брат. Круто, братан. Да, вообще. Ты духу даешь прям Базар. Пацанам нихуево. Мне кайф, братан. Не, мне это моя как бы... так сказать, задолженность перед городом, образно говоря, там. Хорош. В этом, брат. По-братски, по-братски, без это всякой, конечно. Без лишней пены. Вообще, в Ростове какие места были, о каких местах вы вспоминаете сейчас с теплом, где было кайф? На свой район. Блядь. Свой район и просто прогулка в центре города каждые выходные, которые там, ты знаешь, типа, каждый день ты не выходил в центр, понял? Это был какой-то определенный праздник, понял? Типа, да. День города, когда Баста выступает. Я Будённовский Садовая. Я Будённовский Садовая, короче, Макдональдс вот этот ночной. Да. Вот я столько раз там чуть не умер. Да, блядь. Ну просто, знаешь, это аварийное место такое. Там просто очень-очень много Кавказа и очень много фанатов. И это все вот так в одно время перемещается. Да. И если ты попадаешь, короче, в это ЧП один, ну пизда тебе, что-то сказать. Можно не приземлиться, да? Да, но я вылазил. Набережная наша топ. Топ, скажи. Да, просто иногда кайф просто вот так наушники в уши и пошел пешочком. Но... Брат, я помню еще те времена, когда прогуляться по набережной, это было мужество, братан. Ура! Ну знаешь, мое братан. Детство, мой пахан еще, царство небесное, вот я помню, короче, мы гуляли, и у меня воспоминания отчетливые были, как вот эти браслетики, светящиеся в темноте, да. Ребенком был, на пароходах плавали, кто массовые прям были, просто суббота, это праздник, да. Помнишь, это дохуя людей было? Конечно. Бля, сейчас такого нету. Новый трек, а то мы сейчас запиздимся, новый трек. Давайте, давайте. У нас уже все, конец. Папа. Так, а что, на туре? Да, мы, блядь, уже час катаемся. Нихуя. Останусь здесь. Да, останусь здесь. А это, короче, брат, вообще, понял, другая, этот трек другое не вышел. Настроение, да. Да. Мы его записали, но на тот момент у нас, видишь, такая музыка заходила, агрессивная, вот эта танцевальная, все веселое, туда-сюда. Как-то вот мы его чуть решили отложить, потому что здесь кусок души прям в этом треке. Всем нашим ростовским. Ростов, Будённовский, Садовая, йо. А можно чуть-чуть громче микрофон сделать? Чуть громче микрофон. На, читай мой. Бам-бам-бам-бам-бам. Я, о, прикольно. Погнали, а. Я. Сегодня дождь за моих людей, за тех, кто со мной рос. Мост построенных дел, скоро полетим в космос, брат. Все будет хорошо, с вами буду, даже если буду босиком. Но не поспорю я с судьбой, даже если будет боль. Трудно идти, трудно дышать, все впереди, ведь я с тобой. Я останусь здесь, даже если по мне небеса не плачу. Я останусь здесь, даже если по мне не зачу. Я останусь здесь, даже если снег, даже если смерть. Я останусь здесь, когда растает снег. А,
Мы встречаем Новый год, и будет все проклято. Не гадаем на ладони, мы тут как в ком-то. Я втыкаю минусок, надавить на висок. Не нужен смог, чтоб сделать ёбнутый кусок. Отрицаем бледей, тут идейные братья. Студийная кровь, любимая пати. Не шаришь, как в карте, близкие здесь, как патрон в автомате. Я останусь здесь, даже если по мне небеса не плачу. Я останусь здесь, даже если Бог не отдаст мне сдачу. Я останусь здесь, даже если с ней, даже если смерть. Я останусь здесь, когда растает снег. Я останусь здесь, даже если по мне небеса не плачут. Я останусь здесь, даже если Бог не отдаст мне сдачу. Я останусь здесь, даже если с ней, даже если смерть. Я останусь здесь, когда растает снег. Бля, мне надо было просто одно ухо, пацаны, убрать, прикиньте. Охуеть. Я останусь здесь. Я останусь здесь. Круто, круто. Пацаны, спасибо вам за... Можно было даже музыку не слушать, просто потереть. Спасибо вам за, рад тебе, спасибо, за эмоцию, за кусок воспоминаний про наш лучший город на земле. Всем ростовчанам привет. Тебе, брат, спасибо. Да, вам... Очень теплый город, очень теплый воспоминания. Лучший город на земле, обожаю, люблю. У меня набит на ноге герб Скоростова и герб Ростова, потом буду покажу. Да. Пацаны, спасибо вам за музыку. Я желаю вам, несмотря ни на что, как землякам, просто как открытым, прямым людям, всего самого наилучшего. Дай Бог вам. Спасибо, брат. Вы должны пообещать, когда будете старые, я буду очень старый, прокатите деда так же. Братан, вот ты просто вот этот момент запомни. Он записан, братан, на видео. Все, вырежем, все. И в ТикТок. Спасибо, пацаны.